4 октября 2017 года над городом Толука в Мексике появилось огромное радужное облако. Такие облака неоднократно появлялись перед мощными землетрясениями, поэтому возникшее явление вызывает серьезную обеспокоенность. Также сейсмологи по всему миру фиксируют снижение мощности происходящих землетрясений, что, по их сообщениям, указывает о накоплении энергии в линиях разлома литосферных плит по всему миру. Накопленная энергия в любой момент может высвободиться в любой точке планеты, что может привести к тектоническому сдвигу. Как говорится в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. По факту, у человечества нет не то что 100 лет, но даже и 50 лет. Максимум, что мы имеем, это несколько десятилетий, с учетом надвигающихся событий. За последние два десятилетия настораживающие изменения геофизических параметров планеты, появление разнообразия наблюдаемых аномалий, увеличение частотности и масштабов экстремальных явлений, скачкообразное усиление природных катаклизмов на Земле, в атмосфере, литосфере, гидросфере свидетельствуют о выделении чрезвычайно высокого уровня дополнительной экзогенной, внешней и эндогенной внутренней энергии. Как известно, в 2011 году этот процесс начал входить в новую активную фазу, о чем свидетельствуют заметные скачки выделяемой сейсмической энергии, зафиксированные при участившихся сильных землетрясениях, а также увеличение числа мощных разрушающих тайфунов, ураганов, повсеместное изменение грозовой активности и другие аномальные явления природы. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга, сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.